А во Франции в отставку ушел министр внутренних дел из-за коррупционного скандала. Брюно Леру решил сложить полномочия после того, как выяснилось, что он трудоустроил своих дочерей помощницами в парламент. Это произошло в бытность его главы, как главы фракции социалистов. При этом на тот момент его дочки еще учились в школе и не имели высшего образования. В общей сложности они получили 55 тысяч евро. Леру сразу же после скандала объявил об отставке, и уже сегодня его место занял Матиас Фекль. Ранее он был госсекретарем по внешней торговле и туризму.